Всем привет, дорогие друзья, с вами Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о приложении, которое поможет вам сделать супер скриншоты. О чем здесь идет речь? Есть речь о приложении Tailor. Это бесплатное приложение, которое есть в App Store, доступно для всех и во всех странах. Что оно собой представляет? То есть вы можете приобрести платную версию здесь уже внутри самого приложения и как бы избавиться от реклам и от каких ограничений здесь. Не суть. Первое, что вам нужно сделать, это открыть это приложение. Дальше вам нужно будет перейти. Я возьму, допустим, свой Instagram и начну его скриншотить. Вот делаем первый скриншот. Делаем второй скриншот. Делаем третий скриншот. Я вам примерно покажу. И делаем четвертый скриншот. Чтобы вы примерно понимали, как это будет работать. Мы выходим с приложения. Заходим в наше приложение. И оно здесь это все склеивает. Вот. Но, к сожалению, сейчас iOS 13 плохо работает. Потому что бета-версия. И вот оно отлично все сглаживает, скриншотит. Если вам нужно все сделать в столбец, вот так вот оно будет выглядеть красиво. Что вам нужно? Сохранить это все дело. Save image. Все сохранилось. Здесь мы удаляем. Это нам не нужно. Переходим в фото. И вы отлично можете кому-то это все скинуть. Вот, одним цельным скриншотом, как можете сами заметить, увеличиваете, без потери качества, все, видите полностью всю страницу, и все, кому нужно это закинуть, это будет очень комфортно и удобно. Вот, это приложение находится в App Store, оно бесплатное, прописываете Tailor, качаете, обновляется, вот весит 14 мегабайт, вот. Это действительно поможет тем людям, которые делают скриншоты. Если вам нужно будет целый столбец проотсканировать или отправить какую-то переписку или еще что, чем вы там занимаетесь, это супер приложение, которое поможет вам это все сообразить, упростить и добиться желаемой цели. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео.